Возьмем число π с точностью до 33 знаков. Сопоставим каждой цифре домажорный звукоряд от единицы, соответствующей ноте до первой октавы, до нуля, соответствующей ноте ми второй октавы. Создадим мелодию из числа π 3, 1, 4, 1 и так далее. Послушаем получившуюся мелодию. Сделаем простейшую гармонизацию. Аранжируем. С вами был Майк Сусам.